Друзья, вы когда-нибудь готовили щи из рыбных консервов? Это очень вкусно. Если нет, тогда ловите рецепт. Погнали! Нарезаем лук пополам и на средний кубик. Все граммовки будут в описании. Нарезаем морковь на овалы и потом на бруски. Заливаем в сковородку масло, забрасываем лук и морковь и делаем пережарку. Ставим воду нагреваться, а тем временем чистим и нарезаем картофель небольшим кубиком. Когда вода закипит, забрасываем картофель и варим его до готовности, а тем временем займемся капустой. Разрезаем кочан пополам и шинкуем соломкой. Добавляем капусту к картофелю и варим около 15 минут. Добавляем пережарку и открываем кильку в томатном соусе и добавляем суп. Перемешиваем и пробуем суп на соли, он наверняка будет не соленый. Подсаливаем по вкусу, также можно добавить немного молотого перца и варим еще пару минут, и суп готов. Друзья, это прям новый взгляд на щи. Рекомендую приготовить. Приятного аппетита!